Друзья, новый день, новый отель, новый влог получается. И мы приехали в сумасшедший, крутой отель. Начну сразу с того, что мы не успели зайти, нам сразу принесли комплименты, вкусняшки, фрукты. Ой, я даже не знаю, это, наверное, шоколадки какие-то, тут сырочки, орешки. В общем, просто офигеть. Мы все еще продолжаем быть очень счастливыми. И сейчас покажу, с каким видом. Наш отель называется Sant Regis. И этот отель просто шикарный. Мы на него смотрели и думали. И это просто вот то, куда мы действительно очень сильно хотели приехать. И здесь остановиться хотя бы на 3 ночи. Посмотрите, какой красивый номер. Это у нас такая гостиная. Тут есть телевизор с приставкой. Мы можем включить YouTube на русском. Что захотим, то и будем смотреть. Сейчас я вам покажу балкон, потому что там нереальный вид. Вот так выглядит комната. Когда мы заходим, вот дверь. Здесь спальня. Сейчас я вам покажу нашу ванную комнату. Здесь гардеробная, я так поняла. Две раковины. У нас все запотело, потому что я сидела на балконе, кайфовала. Две раковины. Все есть. Зубные щетки, штучки. Вот это что, ниточки, наверное, даже. Обалдеть. Просто с ума сойти. Если что, подшить можно. Здесь душ. Я уже посмотрела. Здесь душевая кабина. И посмотрите, какая красивая. Все такое минималистичное. Просто восторг. Здесь туалет. И здесь ванная, какая она крутая, просто обалдеть. И вот так вот выглядит наша спальня, комната, где мы будем спать. Тут есть вентилятор, кондиционер, тут даже можно заряжать телефон, положить, заряжать. То есть уже все, все новое, модное, все как нужно. И вот здесь будем лежать, смотреть телевизор, ютубчик перед сном, обрабатывать фоточки скорее бы. А то я только одну фотку выставила, и то эта картинка. Так, выходим на балкон. Здесь есть лежак. Просто как же круто, ребят, я не могу. Здесь можно сидеть, смотреть на шикарный вид, на шикарный пляж, на пальмы, на песочек, на зелень, я не знаю. Мы живем на 5-м этаже. Там бассейн. Мы обязательно сегодня посмотрим территорию отеля. И вообще много чего у меня есть, что вам рассказать, всяких разных моментов, потому что кое-что изменилось в Арабских Эмиратах, и сегодня нам нужно сделать тест на коронавирус, чтобы завтра мы могли выходить куда-то, ходить на ужин спокойно, на обед, на завтрак и так далее. Я просто... Сейчас я просто счастлива на 100%, потому что, во-первых, да, а во-вторых, такой вид... И шикарный отель. Не знаю, что может быть лучше. Короче, я только что решила, что буду разбирать чемодан, смотреть, что там достану. Там, не знаю, косметику, еще что-то необходимое. И спалила, что тут-то есть еще один туалет. Я сейчас не накрашенная. Перед поездкой у меня вот здесь выскочили какие-то несовершенства. Это никак не мешает моей поездке. Все супер, я могу так вот ходить и кайфовать. Но я не люблю, когда на видео какие-то красные точки и так далее, поэтому, наверное, хочу их замазать. И очень хочу сегодня искупаться в бассейне и все такое, поэтому я хочу, чтобы мы скорее съездили в торговый центр, сделали тест. Это я вам тоже сегодня буду все рассказывать, может быть, в такси, чтобы сейчас не тратить на это время. Хочется максимально быстро все успеть и кайфовать здесь, сегодня. Искупаться охота, голова не очень у меня. Что я каждый день жду, когда я прыгну в бассейн, и типа тогда уже реально надо помыть голову, потому что она здесь даже, когда я умою, становится грязной очень быстро из-за влажности, из-за жары, еще что-то, поэтому хожу с грязной головой. Ну, ничего, вчера у меня тоже была грязная голова, в этот самый день, но этого не видно было, так что пофиг. Так, мы уже в такси сели, сейчас едем в торговый центр, там будем сдавать тест, и... Мы, конечно, в шоке. Ой, я уснула такая счастливая. Да я и проснулась счастливая. Но просто новость утром немножко подпортила чуть-чуть буквально впечатление от этого дня, потому что хотелось сегодня прям отдохнуть, никуда не ехать, побыть в номере, в отеле, в бассейне, потому что мы, по сути, так
нормально, полноценно и не провели время около воды, кайфовать, релакс, все такое. Вот. Ну, такого отдыха тоже хотелось бы, просто поваляться и потупить. И когда мы проснулись, к нам в чат пришло сообщение от наших организаторов, кто нас пригласил, что с завтрашнего дня новые правила вводятся, что нужно обязательно сегодня сдать тест. Короче, у нас есть приложение, которое мы скачали, туда вводишь свои какие-то данные, и там тебе показывают, какой у тебя, типа, результат теста. Ну, там не то, что положительный, а отрицательный. Там QR-код, с которым с завтрашнего дня можно будет заходить в общественные места, в торговый центр, без него не пустят. Не знаю, как в отеле с этим дела обстоят, но у нас завтра должна быть экскурсия, послезавтра парк аттракционов, поэтому нам обязательно нужно все это сделать. Смотрите, каким видом я вам все это рассказываю, шикарно, да? Вот такие дела, и сейчас мы должны сдать тест, потому что он действует только 3 дня, а наши 3 дня здесь. Получается, мы сдали 10-го, сегодня уже 14-е, то есть, ну, видимо, сегодня у нас как раз последний день. И все это, конечно, геморрой, и самый еще больше геморрой, что помимо сегодня нам еще нужно будет сдать тест завтра, для того, чтобы мы могли улететь домой. Потому что, ну, чтобы сесть на борт самолета, мы должны принести отрицательный тест. Принести в жертву время и деньги на такси и тест. Ну, короче, да, придется заниматься всеми этими движениями. Грустно. Тут есть услуга такая, вызвать врача в номер. Но это стоит 300 местных денег. В перевод на рубли это 6000 рублей. Сейчас мы едем в торговый центр сделать тест за 1200 где-то рублей в наших деньгах. И, ну, как бы разница существенная, учитывая, что нам сегодня надо сделать 2 теста, завтра сделать 2 теста, ну, каждому по одному, понятное дело, мы уже приехали. Вот, и это, конечно, пипец. Пипец. Плюс на такси еще деньги уходят. Интересно, а вдруг мы посчитаем и будет так же? Не, не так же, все равно 12 тысяч, типа, прикиньте, отдать сразу. Мы лучше эти деньги потратим на пиногриджо. Вот так заходим. Смотрите, как тут двери открываются. Оп. Мы, кстати, здесь уже 2-й раз. Можно опять кофе в Starbucks взять, да, зайчик? Да, сейчас идем на минус 1-й этаж. Нам подсказали. Где тут? Спуск. Лифт вон. Ой, это так все волнительно, так интересно и ненавижу. Ненавижу! Мы взяли с собой паспорта обязательно, наверняка они 100% нужны. Короче, тут так работают эскалаторы, блин, я такой бомж. Так работают эскалаторы, что они могут вообще не ехать. Вообще это нормально, это, во-первых, экономия энергии. Да, просто у нас в Москве такого нет. Типа это уже, это технология уже 100 лет, у нас просто это не, ну, не популярно почему-то. Ну да. Ну и короче, когда мы подходим, он начинает работать. Видите, этот медленно едет. Вон, видите? Так, там парковка, там. И сейчас ускорился даже. Так, парковка. Ну мы вышли на парковку. Идем по парковке. Нашли, да? Блин, надеюсь, что нет. Ой, как холодно, кошмар. Ребят, посмотрите на эту красоту, а теперь посмотрите очередь, которую нам нужно отстоять. Я не знаю, но, наверное, я хочу потратить много денег на то, чтобы к нам приехали домой и взяли у нас этот тест, чем стоять здесь и тратить драгоценное время отдыха. Это шок. Мы стоим в сумасшедшей долгой длинной очереди. Мне кажется, я сейчас потеряю сознание от голода. Перед нами один человек, и мы пойдем сдавать тест. Я в это не верю. Но мы, кстати, не часы стоим, но минут 30, ну, так тяжело здесь стоять. Мы сдали тест, наконец-то, мы ждали долго. Сейчас мы пообедаем в шикарном ресторане. Я очень рада, что здесь это есть. Конечно же, Макдональдс, мои хорошие, так что ждем наш заказ. Будем пробовать и комментировать вам, говорить, что нам нравится, не нравится. Мы сидим с шикарным видом. Просто как же здесь везде красиво, ребят. Но вид не самый шикарный. Да ладно тебе, шикарные высотки, мир будущего.
ничего. Кушаем Макдональдс. Я уже попробовала наггетсы с кисло-сладким соусом. Очень вкусно. Картошку мы заказали большую. Посмотрите, какая она огромная. Мы не знали, что она будет такая огромная. Нам бы одной хватило. И чизбургер взяли, но, понятно, столько не съедим. Чисто попробовать ради интереса. Ну как, у тебя Big Tasty. Вкусно? В Москве лучше? Я не дошел еще до начала. А. Так, ребят, мы вышли на улицу, переоделись в купальники. Я все еще не крашусь, кайфую, вообще не заморачиваюсь такими делами. С грязной головой. Романтика. Все запотевает, но камера скоро должна привыкнуть. Мы вышли смотреть территорию отеля. Блин, очки не взяла, ты прикинь. И кепку. Вот что ты меня торопил? Очки фигня, а вот кепку ты зря не взяла. Так я же это самое. Тут такой вот, во-первых, ультрафиолет можно получить по башке хорошенько. Ну, надо просто плечь под какой-нибудь зонтик и все. Да. Так, понять бы, куда идти, да? Пойдем, пойдем. Да, классно. Так, а разрешено ли играть таким классным мужчинам? А я люблю нарушать правила. Угу. Если это, конечно, не касается жизни. Да. Куда же мы идем? Куда же мы выйдем? Там все закрыто, я же тебе сказала. А вон какой-то вход. А нам еще надо взять где-то полотенце. Ребят, прикиньте, походу сюда просто так на пляж не попадешь. Она открыта. Мы сказали номер своей комнаты, номера, чтобы сюда попасть. Круто. Типа, а бы кто не попадет, только жители отеля. А вечером мы хотим, когда немножко уже не будет так жарко, чтобы мы были красивы, тоже, наверное, прийти на пляж и сделать классное фото. У меня есть белое платье. Я его надену, да. Вообще, кайф будет. Ой, как красиво. Мы пришли в зону бассейна в итоге, потому что там было очень жарко, и мы хотели скорее искупаться. Долго сидели в воде, кайфовали, покупались, заняли вот такую вот комнатку. Но тут на самом деле все свободно. Вообще такой кайф. Так, ребят, мы пришли в номер после бассейна, накупались, привели себя в порядок, я накрасилась, потому что сейчас мы пойдем на пляж делать красивое фото, чтобы сообщить вам. Надеюсь, получится. Ой, какой красивый, пойми. Oh, my love, you're such a fragile thing, I know. And with the winter comes the ice, the snow, but I'm here to hold. Trees haven't started to shed. Just feel the summer sun as it warms our bed. I'm lying, and I'm lying. Сейчас происходит у кольца фотосессия. Не, лучше поближе. Красиво. Ой, мамочки. Сделали фотки, не знаю, надеюсь, что клевые. Это, наверное, странно, да? Ну, вы сами все знаете, в какой день предложение было сделано. Мы уже сутки скрываем. И получается, что сегодня тоже об этом не узнают подписчики. Мы так задумали, чтобы сделать красивое фото, которое мы тоже запомним, которое тоже будет важным. Вот, то есть не просто типа, ну хотелось реально красиво, как все девчонки мечтают, поэтому мы так заморачиваемся, но это приятные заморочки, приятные хлопоты. А скоро еще столько хлопот у меня будет, но я согласна. Просто нереально красиво, я уже вся потная. В этом платье очень жарко. Что поделать, нам еще, ну как пришлось, мы еще целовались со Славой.
хотели фото, как мы целуемся. Мы, кстати, никогда не выставляли фотки, как мы целуемся, потому что мы не знали, будем мы дальше вместе или нет. И потом что, в интернете постоянно будут фотки. Фотосессия закончилась. Ну, это мы еще потом узнаем, закончилась она или нет. Так, все, мы пришли на ужин. И Слава говорит, что мне не понравится, потому что это, наверное, китайская еда будет. Я, как всегда, попросила сидеть на улице. Ну что, где хочешь? Выбирай. Ну вот здесь давай. Угу. А он там на краю. Не хочешь? Там синий горит почему-то. Ну ладно. Просто, может быть, тут больше ветерка даже будет. This is our menu, madam. So I have the food. Mm-hmm. This one's for the food. Okay. So for the food, we have a lot. Like, what do you prefer? We have some seafood. We have meat. We have chicken. We have curry. Морская курица, мясо, ну еда, в смысле из курицы. I like meat. Mm-hmm. Like chicken, ma'am, or beef? It's fine beef. For you. Beef mostly, beef, ma'am. Certainly, ma'am. For our appetizer, I can recommend to you the beef satays. It's like a skewer type of satay. And do you have steak, maybe? Yes, ma'am. We can make it steak for you if you want. You can steak? Yeah. Like to have the tenderloin. Mm-hmm. Like? The, mm-hmm, steak style or sauce on the side. Something like that for the main course. Mm-hmm. Yeah. Two steak for us. Certainly, sir. You ready now to order for the food? Or maybe you want to have a look first, just to review on the food. A few minutes. Yeah. At least, sir, I have idea already what you prepare for tonight. Wine. We have white wine. We have for the Pinot Grigio, sir, we only have by the bottle. However, we have the wine as well, madam, by the glasses, which is the white wines. I can show you here. This is taped by the glasses, ma'am. This is for the white wine, rosy wine, and red wine. Mm-hmm. But if you prefer for bottles, sir, Pinot Grigio, we do have as well. If we prefer a glass? For the glass, sir, we're not serving by the glass. For our by the glass, is only this one. Okay, okay. Mm-hmm. Would you just like to have some water just to start? Still water. Still water, sir. Mm-hmm. Certainly. Yeah. Thank you. Thank you. Слыхали, какая англичанка? Ни черта не поняла. Так. Ну, тут том-ямы, я понятно, так поняла, это что тут все вкуснее. Такое, это все такое азиатское. Ну вот meat and poultry, chicken, wok есть. Wok. Давай. У меня пальма растет. Ты как будто на этом на какой-то вечеринке бразильской, знаешь? Да. У них всегда из головы до пальмы торчат. Ты хочешь или ты мне потом после? А я тебе уже это? Алло. Алло. Ты меня слышишь? Сейчас. Я тебе уже скинул, да? Сейчас. Что-то меня там заинтриговал уже. Ну давай, ну в чат просто посмотри, я здесь же тебе в WhatsApp скинул. О боже мой, ну поздравляю. Спасибо. Это то, что я думаю, да? Или ты мне просто кольцо показываешь, какие у Юли классные кольца, или что это? Ну, у нее есть хорошие кольца, но такого, как это, у нее нет. Ну, теперь есть. Лана, привет. Привет. А я думаю, что он мне там показывает, какие у тебя офигенные кольца. Нет, это особенное. Это особенное, да. Ой, ну поздравляю вас, молодцы. Спасибо. Это свадьба. Ну, мы пока думаем насчет даты, вот, но ты должна быть обязательно на этом мероприятии. И в любом случае, как бы, ты там должна быть, поняла? А когда, я скажу, конечно. Я же не знаю, пока все закрыто. Если вы в этом году, то я что-то как-то очень сомневаюсь. Ну, мы в Москву приедем и решим. Как-то так выглядит, что не долететь до вас. Пока не знаю. Ну, ничего, не переживай. Что вы там слышно, волосы? Разберемся. Да, ну а вы когда, в этом году? Да, у нас много просто сейчас событий, которые как-то вот надо связать в одну линеечку. Мы уже как приедем, решим. То есть, если ничего не получится, то в следующем году. Ну, на следующее лето. Если все будет классно, то в ближайшее время все это организуется.
О, как в ближайшее? А как свадьба-то можно? Слушай, я свадьбу свою организовывала за месяца 4, и то я везде опоздала. Ну, то есть, там, знаешь, хорошее место, там, ну, и там платят, понятно, но там рестораны, ведущие, фотографы были, вообще мне все говорили, девушка, вы что там в последний момент, все. А мне казалось, что за 4 месяца это я заранее. Да не, я знаю, а, я с тобой, нет, я с тобой полностью согласен, но тут Юлька очень хочет быстро, очень хочет компактно, мы не будем собирать кучу народу, поэтому... Просто у меня дедушка сейчас в Москве. Он живет в Грузии, и он уже не молодой, и не хотелось бы затягивать этот момент, если уже он произошел, скажем так. А он уже произошел. Ну да, поэтому не хотелось бы оттягивать все-таки. Ну, в общем, тебе понравилось? Колечко, как тебе? Да, да. Ой, ну колечко-то зачетное, красивое. Юля-то нравится? Мне-то что? Юля, нравится тебе кольцо? Конечно. Вообще, я мечтала о таком. Даже не мечтала, наверное. Да, что-то у нее последний этот год какие-то плохие сны, что-то вот нет, ей мерещится. Мне снилось, что он мне делает предложение и дарит мне какое-то ужасное кольцо. Переживательное, да. Да. Ой. Ну, слушай, все хорошо. Всегда сны правдивы. Иногда, ну, да, это просто переживание. Да. Ну вот, я тебе звоню, ну, рассказать о нашей новости, ну вот, чтобы ты была в курсе. Ой, ну я вас поздравляю, да. Поздравляю, молодцы. Спасибо. Главное, сохраните любовь в отношениях, берегите друг друга, и главное, уважайте и цените то, что у вас есть. Ну ты подожди, да, погодь, расскажешь все. Ну ты же, ты расскажешь обязательно. Буду тебя слушать, подниму бокал, будем с тобой это... Ребята, я сейчас буду смывать макияж, мы уже пришли из ресторана в номер, я выпила 3 бокала пина гриджо. Кстати, вот ужин у нас был включен, бесплатный, а вино нет, и вино не дешевое. Я даже не знала, сколько это вышло тысяч. 3 бокала. 196 дирхам умножить на 20, это сколько? До хера. Ну, знаете, типа, живем один раз. И раз уж такая пляска, вайми. Ничего страшного. И я сегодня не раскладывала вещи из чемодана, что мне лень. Я вообще хочу сейчас лечь и обрабатывать фотки. Ах, господи, когда я проснусь, мы расскажем о том, что мы помолвлены, и это очень волнительно. Пипец. Мне даже пофиг, покажусь вам без макияжа, с прыщами. Такая, какая есть. Представляете? Такая, какая есть, с прыщами, со своими недостатками. А все равно замуж зовут, с ума сойти. Так что, ребята, желаю всем встретить человечка, который будет вас любить такими, какие вы есть, со всеми вашими недостатками. Ну все, замуж уже позвали, можно не краситься, не ходить на лазерный пляс. А мы со Славой угораем, стебемся. Я ему всякие шуточки говорю. Ну все, можно становиться стервой. За 4,5 года держалась. Делала вид, что я нормальная. Да ладно, конечно, все это шутки. Мы просто прикалываемся. Ой, капец. Я даже не представляю, какая у вас реакция была. Вы уже знаете, что мы помолвлены, конечно же, потому что пост вы уже видели. Понятное дело, что это видео вы смотрите позже, но просто зато вы знаете, что мы думали, о чем мы говорили до того, как рассказали, что мы это скрывали и так далее. Ну, как скрывали, просто хотели сделать красивую фоточку, чтобы красиво об этом заявить. Ой, я не знаю, просто хотелось сделать все идеально сейчас. В нашем понимании, в моем понимании, все идеально, поэтому я не знаю, я очень счастлива. Я видела комментарии под моим прошлым, не прошлым, наверное, а этим последним видео из Москвы, до того, как мы сюда прилетели, видела я комментарии, типа, ой, надеюсь, Юля, что там все это самое срастется, будет предложение и так далее. Ну, на этот счет тоже у меня много мыслей, потому что
Я чувствовала, что что-то должно произойти, но не была уверена на 100%. И я даже оставила кольцо в Москве, которое здесь всегда ношу, оставила его, хотя я никогда его не снимаю, я всегда хожу с кольцами на руках, я так привыкла, не знаю, люблю кольца, и это так странно. Типа я чувствовала, но не была уверена на 100%. Почему чувствовала? Потому что как-то атмосфера в наших отношениях изменилась, и мне казалось то, что, возможно, скоро это может произойти, но я не знала на 100%. И самое интересное, когда мы прилетели сюда, я была уверена, что ничего не произойдет. Я не знаю почему, я перестала себе, точнее начала внушать себе то, что этого точно не будет, потому что я очень боялась от того, что я размечталась, и мне казалось, что здесь идеально и должно здесь произойти. И очень волновалась, что если этого не произойдет, я очень расстроюсь. И начала себе внушать, что этого не будет, и все говорило о том, что этого реально не будет, что нет никакого кольца, ну, типа, не надо вообще об этом думать. И я реально начала думать о том, что ничего не будет, и просто в этот момент, когда я как будто бы подумала, точно ничего не будет, он берет и делает это, я не знаю, это шок. Когда-то у меня было видео, сколько-то там вещей, типа 21 вещь или что-то, что я поняла за 21 год. Ну, какое-то такое видео, оно было, правда, тупое, но вот сейчас я могу сказать, что есть очень важный момент, который я поняла за свою жизнь, несмотря на то, что я сейчас не при параде и так далее. То, чего ты больше всего хочешь, подумай об этом и забудь. Если ты будешь думать об этом постоянно, не факт, что это случится. Это не то же самое, что каждый день говорить, типа, у меня будет, там, не знаю, дорогая машина, у меня будет платье мечты, еще что-то. Не факт, что это будет, потому что только самые искренние какие-то желания, когда ты отпускаешь по-настоящему ситуацию и даешь судьбе решить все так, как будет, мне кажется, только в этот момент все реально происходит так, как ты мечтал, а не тогда, когда ты каждый день об этом думаешь. Я очень много лет думала о том, что я хочу замуж, я должна выйти замуж. И потом в какой-то момент я подумала, типа, зачем мне это надо? Я счастлива, типа, что мне это даст? У меня есть человек, которого я люблю, он рядом, у нас все классно. Зачем мне думать об этом постоянно? Почему мне это так нужно? Мне это не так уж и нужно. И как только я отпустила эту ситуацию, атмосфера в отношениях изменилась, и я подумала, блин, это очень странно. Я же отпустила эту ситуацию, почему мы начали снимать реакции на 4 свадьбы и так далее. Как-то очень много разных таких моментов было, очень много обсуждений. Ах, короче, пипец. Это очень странно, я не знаю. Я на самом деле знаю, что все мои подписчики очень рады за меня, очень ждали этот момент, и мне безумно приятно, и я очень счастлива поделиться с вами этой новостью. И мне жаль, что нам пришлось несколько дней скрывать эту новость, но мы хотели просто и вам приятное сделать, и хоть мы и не сразу вам рассказали, но мы хотели, ну это, знаете, типа сами прожить этот момент, привыкнуть, ну как нет, я до сих пор не верю, реально до сих пор не верю вообще, я не знаю, я до сих пор в это не верю, клянусь. Ну а что прошло-то, господи, сутки? С одной стороны, мне жаль, что пришлось скрывать от вас это какое-то время, но с другой стороны, мне кажется, что прикольно. Типа мы такие, ку-ку, на самом деле мы уже в этом положении. И самое интересное, что мы это скрываем. Сегодня, когда мы заехали в этот отель, Слава снимал сторис, снимал меня, и я стояла как-то вот так, типа кольцо было видно, и я стояла так, и потом, когда я увидела, что он меня снимает, короче, я стояла так, и когда я увидела, что он меня снимает, я сделала вот так. Потому что мы это скрываем, и я это сделала просто машинально. И он это заметил на видео, и на этом видео, в сторис, то, что он выставил, он какое-то сердечко большое поставил, чтобы скрыть вот эту часть меня. Ну, короче, это пипец. Это на самом деле тоже интересно, то, что мы это скрываем. У нас тоже какой-то, ну, не челлендж, а типа, ух, как интересно. Мы скрываем. А это вообще наша фишка, потому что мы скрывали отношения, когда мы только начали встречаться, мы несколько месяцев скрывали то, что мы вместе. Ну, потому что было не время, и сами знаете, много чего было. Мы это скрывали, и потом мы это рассказали, и было очень круто. Мы к тому моменту уже сами к этому привыкли, и было здорово рассказать об этом тогда, когда мы уже сами к этому привыкли.
У нас вообще были мысли рассказать об этом, когда мы приедем в Москву, но я не могу больше ждать. Я хочу поделиться этим с вами, и Слава тоже понял, что он тоже не хочет ждать, он хочет уже поделиться. Но реально у нас были мысли вообще скрывать это до конца. Короче, ладно, на этом день заканчивается. У нас сегодня был такой день. Чё, мы особо не могу сказать, что прям отдохнули, типа около бассейна. Такого не было, потому что мы ездили в торговый центр, отстояли там лютую очередь, сдали тесты. Кстати, мы заказали тесты в номер. Завтра к нам в 10:30, где-то в 10:20 приедет врач. Брать у нас тесты в номере, это очень дорого стоит, 300 дирхам с человека. Но у нас такая тупая ситуация, я не помню, рассказывала вам или нет. Но это не так важно, просто непонятно пока решится утром эта проблема или нет. Мы решили не рисковать и решили заказать этот тест, потому что для нас самое главное улететь. Просто есть вероятность, что мы никуда не попадем, куда должны были на экскурсии и в парк, потому что новые правила ввели, я вам говорила, что нужно ходить с QR-кодом. У Славы аккаунт не получается зайти в аккаунт, потому что когда мы сдавали в аэропорту эти тесты и давали свои данные, неправильно ввели номер, и он не может получить сообщение с подтверждением, не может зайти. Ну, короче, это просто, если честно, пипец. То есть это реально не наша вина, и из-за этого мы страдаем. У меня все нормально, я зашла в аккаунт, но я никуда не поеду без Славы, и разумеется, поэтому... Это что за дичь вообще, чтобы я куда-то одна поехала? Вообще об этом даже речи быть не может. Да, очень странно, и есть вероятность, что утром эта проблема решится, но это очень сложно сделать. Это решаем не мы, нам помогают наши организаторы, Visit Abu Dhabi, компания, которая пригласила нас. И они тоже немного чего могут сделать, они могут только попытаться помочь нам, потому что все-таки это не на их плечах и не на наших, то есть это просто вот кто-то там ошибся, и из-за этого страдают все. Странная ситуация, и суть в том, что без этого QR-кода Слава не может с завтрашнего дня выходить. И если эта проблема утром не решится, у него не будет возможности даже поехать в торговый центр, чтобы там не за 300 дирхам, а за 56 с чем-то, как сегодня было, сдать тест на коронавирус, чтобы мы смогли спокойно улететь в Москву. То есть, ну, ситуация сложная, и мы решили не рисковать, и все-таки... Нам придется потратить эти бешеные деньги. Это в любом случае, ну типа, извините, за один день просто на какие-то вонючие тесты потратить там 10-15, ну не 15, ладно, 14 тысяч, там 11, окей. Неважно, это дофига, какого черта. Короче, вот такой вот движ, я все не могу налюбоваться, я в шоке. Я реально невеста. Буду умываться и ложиться в кровать, обрабатывать фотки, думать, что, как завтра выставлять. Это очень волнительно, если честно. Вообще, этот момент волнительный. И также волнительно рассказывать это вам, точно так же, как звонить кому-то из родителей по телефону, сообщать. Поэтому хотела сделать это красиво, чтобы вы порадовались, чтобы вы были в шоке. Не знаю. Волнительно, очень интересно посмотреть, что будет, что будут писать, кто будет что писать. Наверное, телефоны наши будут разрываться завтра, и это приятно, это здорово. Так что, ладно, короче, все. Посмотрим, что будет завтра. Всем спокойной ночи и до завтра. Так, ребят, мы уже пришли на завтрак, и посмотрите, какой здесь шикарный вид. Так, ребята, мы на чудесном завтраке. Мы тут не ходим, ничего не собираем. Нам прям приносят красоту. Представляете, с каким чудесным видом мы сейчас будем завтракать. Просто вау. Я не знаю, реально. Я в таком красивом отеле, мне кажется, в первый раз. Вот именно такой курортный, знаете. Что вообще, у меня просто нет слов. И я так счастлива, что именно после всех движух мы здесь, в этом
отеля. Ну, как движух, я имела в виду, что у нас сейчас как будто бы свадебное путешествие. С такой красотой сидим. Короче, мы позавтракали. Жарко было, пипец. Я приподняла вот так вот футболку посмотреть, что тут. А оказалось, что там капли, прикиньте. Настолько было жарко. Представляете, что? Мы со Славой решили выставить сторис, где типа он снимает наш завтрак, элит, а я такая тянусь макнуть панкейк, и никто ничего не пишет, никто ничего еще не заметил. Никто не проснулся. Ну, наверное, потому что сейчас только 10 утра. Ой, короче, пипец, сейчас отдохнем маленько и пойдем на пляж. Прям на пляж, мы будем в горячей кипятошной воде купаться. Надеюсь, это будет весело. Так волнительно, мы сделали посты, я так волнуюсь обновлять, что же там будет. Прикинь, 0 комментов, типа, нет, зачем вы это сделали? Уже 405 лайков. Господи, они сейчас все охереют. Что тут? Ура! Круто. Батюшки. Батюшки. Я так и знала, и как всегда эти уроды со своими рекламами вонючими. Ой, Господи, Матерь Божья. Так волнительно. Да неужели, наконец-то? Всего 4 года. Ну как, Славе заходим. Ура, Вайми! Нас уже в историях упоминают. Блин, пипец. Сейчас вообще должен быть взрыв. Господи. Я не знаю, выйдем ли мы из номера сегодня. Пипец. Я требую объяснений. А что объяснять-то? Наконец-то! Да ну нафиг. Немножко о моем телеграм-канале. Если хотите, подпишитесь. Посмотрите, вы это видите? О, я даже боюсь это открывать. Ура, веселье! Веселье! Блин. Блин, самое тупое, мы, короче, записали эту сторис. Ребят, нам уже принесли завтрак, видите, панкейки, выпечки. Мы специально спалили мою руку с кольцом, но никто, твою мать, не догадался. Мы даже Надю попросили, чтобы она оставила комментарий, и все равно никто не догадался, никто не увидел, никто не отреагировал. Я думаю, вот твою мать, э. Ой, сколько там уже комментариев. Матерь Божья. Ой, у меня тут сейчас все просто разрыв. Я уверена. Теперь все ждут влог. Ну, конечно, я же сказала, он будет интересней. Так, ребят, мы купаемся в море. Водичка, огонь. Покажу вам, чтобы вы смотрели на море. И думали, что вы купаетесь с нами. Вот где-то там мы будем. Так что, надеюсь, никто не украдет камеру. Привет, ребята! Новый день! Последний день здесь. Завтра мы уже улетаем домой. И это хорошо, потому что я хочу, чтобы мы прилетели домой, чтобы все прошло гладко. У нас есть проблема. И я надеюсь, что она не помешает нам сесть в самолет. Если что, к нам пришли эти
не месячные, нет. А их до сих пор нет. Пришли... Ну, счастье, это понятно. Пришли результаты теста на коронавирус, и все good. Все отрицательно, и Негативно. Отрицательное и негативное. Тесты негативные, но мы позитивнее. Это мы вчера ужинали. Я вам не стала снимать, потому что, ой, мне было все так впадло, потому что я невеста. Выгоняем вас. Мы знаем, что вы собираетесь жениться, поэтому вот вам миллион. Короче, у нас, типа, блядь, самая... Это система по миру безопасности, ну, с типа самым лучшим высоким уровнем безопасности. Мы делаем бесплатно. А, сегодня будет срабатывать система пожарной безопасности, и вам не нужно бежать эвакуироваться. Блин, а я побегу. Это всего лишь тест. Пойдем, да, почитаем на ходу. Ну вот, конечно, ага, конечно. А если это не это. Не какая-то там прикол, не какая-то учебность. Кстати, я в платье, потому что хочу пофоткаться, там очень красиво. Но также я в джинсовке, потому что там очень холодно. Она мне ниже, нам сейчас по лестнице спускаться, да? Вот так вот мы выходим из лифта и сразу же попадаем сюда, где мы можем выйти. А, вот и завтрак. Короче, сейчас пока для нас готовят столик, мы подождем на улице и, может быть, даже начнем делать фотокарточки, потому что я как говорю... Пойдем туда. А что, нам далеко не надо идти? Я просто так кайфую, я впервые не убираюсь. Долгое время, неделю уже не убиралась. А, как я держусь. Блин, тут так красиво. Давай ты пофоткаешь меня, типа я лежу на постели. Посмотрите, какие же они красивые. Я так расстраиваюсь, что мы их не сможем с собой забрать. Это пипец, потому что я реально даже хочу с собой забрать, но я понимаю, что в этом нет смысла. Это будет просто... Бред. Но я могу отсюда достать цветочки, которые мне нравятся, и отдельно с ними еще пофоткаться. Такой красивый. И так вкусно пахнет. Слава думал, что он уже через пару дней совсем завянет, потому что тут жарко, но в итоге посмотрите, как долго они стоят. Я хочу знать, как долго они простоят. Надо им воду поменять. Да смысл что-то менять? Мы же улетаем завтра, а их не сможем взять. Ну да. Ну красивый, да. Мы наконец-то вышли из номера. Я взяла розочку, чтобы с ней пофоткаться. Надеюсь, что она продержится. Купаемся в бассейне, охладимся, потом пойдем к морю, потому что Слава любит море, а мне теперь нужно его слушаться во всем. Hi. Ух ты! This is a strawberry pineapple orange. Это что? Лимонный что-то. Thank you. Thank you. Короче, рассказываю шок-контент. Здесь нужно скачать приложение. Это правило появилось вот буквально позавчера. И в это приложение загружаются твои PCR-тесты. К моему имени привязали номер Славы и написали его номер правильно. К его имени привязали мой номер, который указали неправильно и вначале не написали цифру 9. Ну, знаете, как 8, 900, ля-ля-ля. И вот девятки этой нет. А тут как бы типа плюс 7, 900, ну короче, вы поняли, девятки нет. То есть просто плюс 7 и дальше пошло, без девятки. И из-за этого Слава не может зайти в приложение, потому что там указан мой номер неправильно. И, следовательно, на мой телефон не может прийти код подтверждения, чтобы продолжить заходить в это приложение. Ну это, короче, дичь. И вот получается, что виноват-то кто? Вот сейчас нас не хотели пускать сюда, в зону пляжа, бассейна. Получается, что страдаем мы, а виноваты они. Они, они-ми. А мы, амими. Так, мы сейчас купаемся в бассейне, и я даже сняла кольца, потому что мы решили поиграть в мячик. Слава очень переживает за колечко, я, конечно же, тоже. Но я не знаю, как лучше установить чамеру. Давай просто будем тусоваться. Спасибо.
агрессивно. Кулаком ты не можешь контролировать его. Давай еще. Давай, 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 давай. Давай. Ребята, последние дни уже совсем плохо снимаю влог. На самом деле, реально, вдруг захотелось хоть чуть-чуть отдохнуть. Мы сегодня, мне кажется, час сидели в море, если не больше. Квасились, купались, обнимались, прыгали по волнам. Короче, было весело. Сейчас мы идем в ресторан. У нас сегодня какой-то Будда-бар. Кстати, первый ресторан, в котором мы здесь были вот в тот раз, офигенный. Очень вкусный, очень, блин, мы там очень долго сидели и оставили нормально даже денег, потому что у нас ужин включен, но алкоголь за дополнительную плату, ну, мы поняли, на что у нас ушли деньги. Короче, мы со Славой идем и вот думаем, пустят его в ресторан или нет. За если что, я буду тебе в окно выкидывать еду. Да ладно, шутка, я сейчас там скандал такой учиню. Я сейчас концерт такой сделаю там, а? Я думаю, что все будет нормально. И покажем просто ПЦР-тест, потому что у нас есть тесты на руках. Потому что у нас все в порядке, но у нас не работает приложение. У меня работает, а у Славы нет. Но не пойду же я одна есть. Так же, как не поехала бы я одна в парк, в который мы так и не попали. Прикиньте, мы так хотели попасть в Феррари-парк, и что? Даже не верится, что завтра мы уже будем дома в Москве. Блин, я так волнуюсь, так хочу, чтобы здесь было вкусно, пипец. Очень волнуюсь. Будут ли спрашивать сейчас приложуху или нет? Ух ты! Все в порядке, ребят, мы проникли внутрь. Сразу на улицу, пожалуйста. На... Просто какой нереально красивый вид у нас. Мы со Славой уже сели. Вы должны включать напиток, который я сделал специально для вас. Он должен быть вместе с дымом. С пузырем. То есть, Ой, нам так неловко. Давайте, хотите, мы зайдем внутрь, и мы с удовольствием посмотрим и выпьем там коктейль с пузырем. Хорошо, так будет лучше намного. Да, давайте, конечно, чтобы не расстраивались. Не, не, а мы увидим пузырь. Да. Давайте. То есть это уже премикс, ага, который я приготовил для вас. Это лайм лимон грасс сода. Это типа молока? Не-не-не, это сода. То есть, сода. Да, домашний, то есть мы делаем сами эту соду. Ух ты, а какой запах от этих свечек. Ух ты. Да, это... Вот эти свечки должны быть лилией. Да. Выглядит очень зеленым. Да. Очень зеленый, потому что... И очень здоровым. Очень здоровый и... О! Так, сейчас будет пузырь, ребята. Ух ты! А пузырь он съедобный. Он съедобный? Обалдеть! О, лопнул. Такое бывает. Ребята, посмотрите, какой классный коктейль сделали для нас. А оно сейчас лопнет? Я не могу соединиться, если со временем. Как и мы со временем. Слава уже съел свое мясо, картошку, я доедаю, у меня осталось буквально чуть-чуть кусочков, винишко. Мы сидим, у нас ужин. О чем мы болтаем, угадайте? Мы болтаем про наше будущее совместное, про свадьбы, про детишек. Я уверена, что многих из вас интересует вопрос, когда у нас будет свадьба и так далее. Если честно, мы пока об этом, ну, мы думаем, но, опять же таки, мы пока сами не понимаем. Потому что это же нужно как-то все обдумать, понять, узнать. Успеем ли мы в этом году или нам придется все-таки ждать еще год, я не знаю. Если мы поймем, что нам придется ждать еще год, то, скорее всего, мы распишемся раньше.
свадьбу сыграем позже. Я не знаю, но мне бы не хотелось так делать. Я бы хотела все сделать в один день. Я не люблю растягивать всякие дела. Я хочу в один день сразу сделать много дел, понимаете? Поэтому пока что, если честно, непонятно. Я думаю, что как только мы приедем в Москву и закончатся такие важные мероприятия, как свадьба Карины Оска, ну, как закончатся, пройдут, день рождения моей мамы 20 июня, то есть 19 мы отмечаем и празднуем и на свадьбе у Карины с Оском, а 20 утром мы едем на дачу к моей маме, и где-то я, ну, я думаю, что 22 мы обратно поедем, все-таки как бы надо остаться там поночевать, потусить. Не знаю, как получится, плюс надо встретиться со всеми нашими родными, потому что они очень хотят с нами увидеться, так же, как мы с ними, учитывая, что мы со Славой теперь в новом положении семейном. Можете зайти к нам в ВКонтактик и увидеть то, что мы теперь помолвлены в ВКонтактике. Я об этом вообще не думала, это просто Слава такой мне показывает, типа, смотри, я ставлю, что я помолвлена. Я думаю, я тоже ставлю. Очень прикольно иметь такой статус ВКонтакте, если честно, всем желаю. Так что, ребята, я, наверное, закончу этот влог. И я не знаю, насколько он получился длиннее первого влога. Я не знаю вообще, как все получилось. Может быть, это вообще все, в принципе, вышел один влог. Без понятия. Я все это пойму уже, когда приеду в Москву, и там столько начнется дел, заморочек, еще столько работы, столько вопросов. Постараться успеть сделать, возможно, свадьбу в этом году. И вообще узнать, насколько это возможно сделать в этом году, потому что у нас со Славой есть определенный план, как мы хотим видеть наше торжество. И нужно найти место, узнать и так далее, и тому подобное. Короче, очень много вопросов, очень много пока непоняток. Я думаю, что мы еще в каких-то следующих видео будем тоже это обсуждать. Наконец-то начинается интересный контент, а не просто болтовня в машине. Буду мерить платье, но сразу вам скажу, вы не увидите меня в свадебном платье до дня моей свадьбы. Потому что никто никогда не видел меня в свадебном платье, так же, как и я. Я никогда их не мерила. Я даже не знаю, каково это. Я думаю, это то же самое, что и обычное шикарное платье, просто оно белое и свадебное. Но я не буду выставлять, типа, как я меряю платье и так далее. Я думаю, что этот контент будет выходить после свадьбы, поэтому... Ну, не знаю, пока что я сейчас думаю так, а как там уже получится на самом деле, я не знаю. Но я бы не хотела, чтобы кто-либо видел меня в каких-либо свадебных платьях. Почему-то мне так хочется. Так я придумала сама себе. Короче, у нас еще будет очень много разговоров на эту тему. Я очень сильно надеюсь, что вам понравился этот влог. И напоследок скажу, если вы хотите поддержать нас, честно, я не ожидала, конечно, что будет предложение. Я хотела, ждала предложение в этой поездке, даже сделала маникюр, потому что реально ждала. Но я не была уверена в этом на 100%, потому что как я могу быть уверена в этом на 100%, это же не я решаю и так далее. И честно, я где-то неделю думала, интересно, есть у него уже кольцо или нет, купил он, не купил, интересно, он думает сделать это здесь или нет. Короче, было много вопросов, и я напридумывала себе, что как будто бы это должно произойти здесь, но когда мы прилетели, я подумала, блин, хватит думать о всякой ерунде, зачем я придумываю себе то, что, возможно, не так, и потом расстраиваться, зачем. Но в итоге, могу так сказать, я счастлива, я не разочаровалась, свершилось то, о чем я мечтала, и произошло это так, как я мечтала тогда, когда я хотела, и в том месте, где я хотела. Ну, короче, это круто. Круто, что все так получилось, и приятное чувство, когда происходит то, чего ты хотел. Я желаю каждому... Я даже не говорю про свадьбу, просто желаю каждому своему подписчику, чтобы у вас произошло то, чего вы ждали, то, чего вы хотели, то, что вас порадует, то, о чем вы мечтаете, чтобы это произошло в вашей жизни. И на этой прекрасной ноте я закончу этот влог, и я очень надеюсь, что он вам понравился. И покупайте мои пресеты, чтобы у меня было много денег, потому что, вы знаете, скоро, дай бог, мы сыграем свадьбу. Покупайте, мои хорошие, покупайте. Ну, ладно, я шучу.
Если вам они не нравятся и не нужны, то не надо этого делать. Если вы реально хотите и вам они нужны, и вы будете пользоваться, то я буду рада, если они вам понравятся, и вы будете ими пользоваться. И ты меня что, фоткаешь все это время, снимаешь? Мы с вами прощаемся на этом. Завтра мы улетаем. В бизнес-классе, да, я уже привыкла к этому. Что делать? Да ладно, шучу. Ребята, всем хорошего настроения. Смотрите наши влоги, наши реакции. Переходите ко мне на канал, у меня там тоже много чего интересного. Всем-всем любви. Любви! Чокаемся. Ребята! Ребята, мы только что зашли в номер. Посмотрите, что за чудесную... вещицу нам тут сделали на нашей кровати. Обалдеть! Мы никого не просили, никого не предупреждали. Congratulations! Но это, видимо, поздравление нас вот так. Спасибо, вот, мои хорошие! Благодарим, да, благодарим, потому что это очень приятно. Это пипец, мы когда зашли, мы просто болтали о какой-то шняге. Мы болтали, да, о своем. И что-то такое... Не, ну вообще-то мы с тобой болтали о том, как сильно мы друг друга любим. О нашей любви, да, мы говорили. А потом... Это вишняка какая-то. Да, ну просто ладно. А потом Юля такая, что? Что это? Что это? Что ты конкретируешь? Что это значит? Офигеть, как красиво, как здорово, так приятно. Мне кажется, Зай, когда ты делал мне предложение, я не заплакала, мне кажется, это тот самый момент. Да ладно, шучу, конечно, это просто очень приятно. Это реально классный сюрприз. Сюрприз, мазафака. Как мило, господи. Они чумачечи. Так приятно, что они еще инстаграмы наши пропалили, понимаешь? Ну, да, у нас такого никогда не было, и, возможно, не могло бы быть, если бы ты не решился сделать это здесь. Ну да. А представляешь? Что ты хочешь с этим фоткаться? Ну да, просто семейное фото для семейного архива, не в инстаграм уж. Ну ладно. Ох, спасибо за этот congratulations. Это просто пипец.